Це X-Factor, і ми на порозі кульмінації п'ятого ефіру. Сьогодні ми співаємо пісні, які для нашої сімки найобдарованіших обрали глядачі. Такими їх хочуть бачити українці. А я хочу нагадати, що X-Factor може увійти і у життя будь-якої родини. Якщо ваш синочок або донечка люблять співати, але їм ще немає 14, заходьте на сайт baby.xfactor.stb.ua і там ви знайдете деталі унікального конкурсу. Завантажте відео, як співає ваш малюк, і чекайте, адже судді можуть обрати переможцем саме його. Винагорода виступу в прямому ефірі тут, на цій сцені великого гала-концерту X-Factor. Більше деталей на нашому сайті. Івана, після того, як Олеся потрапила у номінацію, в інтернеті їй пропонували виконати тисячі дуже несподіваних композицій. І я знаю, що ви обрали саме дуже оригінальний варіант. Да, это точно. И для того, чтобы этот оригинальный вариант оказался в списке, предлагаемом списке, я попросил своих родителей, чтобы они написали эту песню. Таким образом, мы оправдали ее исполнение. Вот. Соответственно, со всей гордостью заявляю о том, что на сцену сейчас выйдет человек, который... Вот я бы на его месте давным-давно сломался. После таких неудачных, провальных выступлений... Я реально говоря, честно говоря, сломался. А у нее вот сила духа потрясающая. Она, более того, она готова работать над собой и ищет себя и соглашается помогать мне в этих поисках. Ой, точнее, помогать ей мне в этих поисках. Я запутанно сказал. Главное, чтобы зрители не запутались. На сцене. Олеся Матакова. Так окрыляет и так хочется дальше что-то делать, когда ты понимаешь, что ты кому-то нужен. Она, когда выходит на сцену, вообще просто мурашки по коже, она выходит и просто... Ну, вообще, просто эмоции, вообще. Сидел ночью в угле, рифмы искал. Олесин ангельский вокал сразит страну всю наповал. На сцену выйти к нам спешит проекта «Главный фаворит». Умничка и красотка, и ты победишь, ты лучшая, мы в тебя верим. По тебе маленький подарок, это чтобы ты по утрам будила Леру. Там написано, буди для... Я и выпила. Олесе победы! Тяжело было и смотреть, и слушать, если честно. И этот диссонанс был отвратителен. Я прошу прощения, но я недоволен твоим выступлением сегодня. Мне так стыдно не было в жизни. Я сгорала в аду. У меня было вот такое ощущение, что я сгорела в аду. Не уходи. Видела себя со стороны, а она испугалась этого. Я чувствую, что за 23 года она впервые испугалась сама себя. Я хотела бы извиниться. Я решила это выступление сделать так, как я, типа, вот все время делала. И это на туре отстой. Да, все, все такое отстой. Вот. Ну, я тебя прощаю. Я тебя прощаю и мщу тебе следующие песни. Надо давать Матаковой то, к чему она не готова. Где она не может, что она не может примерить, потому что она даже не знает, как это одеть. Вот тогда она начнет искать, искать саму себя. Вот такую кардинальную смену ее певческого имиджа надо было сделать раньше. Мне хочется сейчас горы перевернуть за то, что Ваня не кинул меня, что он не отвернулся от меня. Мне хотелось, если честно, все это мы сидели, мне хотелось обнять, но думаю, наверное, будет смотреться странно. Я захотела просто обнять и сказать, Ванечка, спасибо тебе большое.
Наташа Матакова. Этот закон давно известен, не интересен мир без песен. Но даже если дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись, бой, проснись, бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, то, что упало, то пропало, то, что ушло обратно, не вернешь. Если ж туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй жизнь хоть раз не пускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Бой, засыпая, бой во сне, проснись и бой. Часто старше слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали. А между тем все так же мир хорош. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй жизнь. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. То есть засыпая, бой во сне, проснись и бой. Насправді молодець. І так ніби зараз вже ранок. Олеся, на сайті від анонімного користувача є доволі провокативне запитання. Кого ти вважаєш своїм головним конкурентом на X-Factor? Кому сказати? Я не считаю, что мы должны испытывать друг друга конкуренцию. Мы все разные. Мы все... То, что мы попали сюда, это безумно здорово. И мы все заслуженно здесь. Просто каждый из нас, у него своя изюминка. И для своей публики. Он несет... Каждый конкурсант, который здесь на этой сцене, правда, ребята, он каждый нес вам частицу себя. И мы несем. Мы совершенно... Я не знаю. Дякую. Я відчуваю це, Сергію. Очень хорошее выступление. Yes! Да! 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 Как соединена фраза, я какую-то хотел гарно сказать. И вспомнился. Теперь он будет завжди нахваливать твоих конкурсантов. Вспомнился старый прекрасный спектакль театра «Сатиры», «Проснись и пой», где блистала вечная трагикомическая старуха, как ее всегда называли, блистательная Татьяна Ивановна Пельцер. Эта песня оттуда, на спектакль было невозможно попасть. Потом он был снят телевидением, потом эта песня звучала в фильме «Джентльмены удачи». И то, что ее вспомнили, очень здорово. Ты добавила джазовых интонаций, Олесенька, там очень к месту. Этот холодный джаз, опять он проявился.
Это здорово. Нужно уметь сделать песню своей, о чем я всегда говорю. И тебе это удалось, сделать ее своей. Единственное, что, может быть, большей легкости еще надо было бы. С большей легкостью, большей небрежности какой-то, да? Пой, засыпай, я пой во сне, проснись и пой. Это типа, же... видала я вас всех тут. Спасибо. Вот огромное. Легкости вот еще вот такой. Где-то, может быть, смешка там добавить в конце, да? Да? Пой, засыпай, я пой во сне, проснись. И пой. Можно было так сделать. То есть можно было еще поиграть с какими-то красками, но в целом очень... Да-да-да-да-да. Вот можно было этой небрежности, легкости. Но это же Мэрилин Монро. Да, можно было ее добавить. Песня это позволяет. Здесь можно было самыми разными красками играть. Но ты молодец, и песня тебя очень украсила, и ты украсила песню. Спасибо. Дякую, Ніно. Если бы изначально ты пела бы эту песню, я никак, вот что было до этого, я даже не представляю, как это было, или нет вообще, да, потому что настолько подходит, и эта манера, и твоим голосом подходит, потому что диапазон, твое пение позволяет и добавлять и краски, действительно джазовый такой легкий джаз, и позволяет то, что юмор был бы легкий, все-все, что в твоем характере, и твое платье, и все, что гармонично звучит. И оказывается, главное найти себя в песне, что ты поешь, исполняешь. И не надо никакие 3 октавы, и не надо никакого умирать на сцене. Просто быть искренним и плавать в песню, которую ты выбираешь. Было классно и красиво. Спасибо. Абсолютно спасибо. Точно. Дякую. Игорь. Вань, да. Вот когда мы критикуем Сімулік, мы имеем на увазе, что ось, ось що трапилось з твоєю розпрекрасною Матаковою. Це правильний шлях. Я згоден з сусідом, не вистачає трошки легкості і гри акторської. Ти, може, стримувала себе, тому що так попросили, а може, просто так всередині налаштована. Але це б набагато мені більше сподобалось, ніж попередні твої завивання з високими нотами в 3 октави, як каже Ніно. Реально, це цікавіше. Тому що дівчина, яка стоїть на місці і вміє взяти високу ноту, ну банально. А так класно, ти посміхаєшся, все, вау, супер. Це туди. Треба йти туди. Да. Ваня, і про Сімулік, ти зрозумів. Туди. Якщо не туди, то туди. Весь виходить, як? Я-то на самом деле наказати тебе хотів, ти пісня, а вийшло-то все совершенно... А ти все життя хочеш наказати Матакову, за що? Наоборот, видиш, як ти круто вплілась в этот концепт. Я скажу чесно, вначале ти була абсолютно легка, проста, нежна, так немножко, как бы даже поверхностно относилась. Вот, да. А потом тебя не... Вот эта легкость на минуту, знаешь, такое замешательство, потому что ты ушла, потому что ты увидела, что зал абсолютно никак не реагирует. Я вряд ли... Я не думаю, что они не понимают джаз. Скорее, они офигели от того контраста, который мы сегодня ему преподнесли. То есть сегодня Матакова совершенно, совершенно другая. И с этой песней, казалось бы, абсолютно не конкурсной, совершенно не подходящей. Вот. А ты взяла и сделала так просто. Песня? Ну, мне так кажется. И зал офигел. Вот. И я один понимал просто, что происходит, а все такие... А потом уже начали понимать, в чем соль. Вот, так что, ну, это на самом деле ничего не значит, все равно двое вылетает. Вот, и мы, кажется, слишком поздно начали заявлять себя в правильном векторе. Вот, лучше поэтому, поздно, чем никогда, да, Ваня. Ну, согласен. В любом случае, мне кажется, карму ты исправила. Вот, а теперь иди за кулисы и надейся. Надейся на то, что тебя поймут и простят. Спасибо, Сима. Я надеюсь. Спасибо. Врятувати Олесю від небезпеки на X-Factor'і можете тільки ви, шановні глядачі. Якщо вам вподобається дівчина і її спів тішить вас, телефонуйте 0900 902 009 або надсилайте смс із текстом 09 на номер 7766. Ви можете і дзвонити, і надсилати смс. Тоді Олесі буде спокійніше. Олеся, сподіваюсь, твої прихильники будуть активними сьогодні. Це була Олеся Матакова.
все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.